Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тупым и видеообзор товара, представленного в нашем интернет-магазине. Зимняя палатка Стек 4 Элит двухслойная. Это новинка компании Стек, сделана в Екатеринбурге, идет в широком, действительно, чехле с плечевым ремнем. Сейчас посмотрим, как эта палатка у нас разбирается. В данной палатке идет дышащий верх и внутренний тент выполнен из ткани, похожий на ХБ. То есть весь конденсат у вас будет скапливаться на внешней палатке и по стенкам спускаться вниз. Эта палатка уже не пропускает воздух, вам не страшен ветер. Здесь у нас вентиляционное окошко есть дополнительное. Каркас выполнен из дюралюминиевого сплава B95T1. Звездочка, хаб у нас идет, точнее просто звездочка у нас идет дюралевая также. При необходимости тент можно отвязать, постирать, просушить отдельно. По бокам у нас идут два кармана, внутри юбка по периметру и снаружи такая же юбка. Внутри палатка высотой, у меня рост 184, я тут свободно помещаюсь, и еще есть небольшой зазор. То есть высота палатки где-то 185 сантиметров внутри. Юбка у данной модели у нас увеличенная. По периметру у нас идут петли для оттяжек. Внизу петли для вертышей. Внешний тент основной у нас выполнен из ткани Oxford 210D. Собирается палатка, разбирается очень просто. Сейчас посмотрим, как это. Молния идет отдельная на внутренней палатке, двухкамбовая, односторонняя. И снаружи также двухкамбовая, односторонняя. Сейчас посмотрим, как эта палатка у нас собирается. Палатка у нас относится к бюджетному классу, недорогая, вместительная, удобная. Понравилась палатка? Заказывайте его у нас на сайте, подписывайтесь на наш канал, смотрите новые ролики. Только у нас к этой палатке вы можете получить подарок. Требуйте у оператора. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.